бакстом. Чуть не утонул в алкоголе. Будни с перегаром были как на повторе. Мы дико угорали и тупо мочили коры. Можем порулить и в новой и в старой школе. Дай мимо вертикала, выруливаю туда. Выруливаю сюда, выруливаю туда. Дай мимо вертикала, выруливаю туда. Выруливаю сюда, выруливаю туда. Дай мимо вертикала, выруливаю туда. Выруливаю сюда, выруливаю туда. Дай мимо вертикала, выруливаю туда. Выруливаю сюда, выруливаю туда. Рядом близкий, попрощался по-английски. Тапки светят, словно диски. Фильмы голливудские, там с ним диски. Объезжаю и выруливаю риск. А я вообще уханая гэнгс. Путаю твой грамм, пятку соли и блаженство. Так, ну что ж, друзья, всем привет. Всем привет. Сегодня наконец-то я поиграю в игрушку Rims. Это новые гонки. Я так понимаю, это серия SBK. Ну, планируется, наверное. Поедем сегодня на Ducati. Я представил вам Ducati. Вот такой красивый Ducati. Потому что в демо-версии на Ducati нельзя было погонять. Я купил полную версию. То есть, ну, максимальную. Там у меня есть костюмчики еще всякие, еще какие-то раскраски. Я так и не понял, для чего. Ну, это я потом, когда зайду в карьеру, потому что здесь просто нету профиля, чисто чтобы зайти, поменять профиль, там не профиль, а гонщика, выбрать гонщика, одеть его, все такое. Это надо делать в карьере. Так что, когда будем проходить карьеру, я обязательно это все запишу, покажу. Сейчас пройду я на трассе Зольдере, потому что катался на ней в демке. Она мне уже знакома, изучена, поэтому, чтобы долго не мучиться, не изучать новую трассу, я проеду на этой старой трассе. Сейчас вот первый слот настроек почему-то сохранил старые настройки, а новые настройки, вот, которые я сделал, он не сохраняет во втором слоте, и постоянно надо переделать. Немножко отстает звук, но это поначалу, а в самой гонке я звук исправил, то есть подкрутил. И там будет все совпадать, но ничего страшного, здесь не так это страшно. Сделал настройки, чуть-чуть снизил давление в шинах, чуть-чуть, совсем не перебарщивайте, иначе просто резина износится и все, очень быстро. Поменяем покрышечки, по умолчанию они стоят почему-то на мокрой, то есть резина мокрая стоит для мокрого асфальта. Я сейчас еду на квалификацию. Пройду квалификацию. Квалификацию я снимать не буду. Ничего нового там нет. Погоняю. Мое лучшее время минута 31,9. Но почему-то в онлайне он зафиксировал почему-то другое время. Не знаю, откуда он его взял. Там немного оно хуже. Вот. Здесь у меня было минута 31,9. Я вышел за минуту, за пределы минуты 32, это для меня максимум, что я смог выжить с мотоцикла, с Ducati, гонял на Ducati, как бы вот так. Поехал я на квалификацию, но это я сейчас вырежу и сразу перейдем к гонке, друзья мои. Не забывайте перед гонкой опять переобуть шины, потому что они износились на квалификации обязательно. Это уже время уже я переигрывал, раз 50 квалификацию переезжал, тренировался там полдня, поэтому во второй части дня я хуже показал время, но это не важно, как бы вот так. Я переигрывал квалификацию сотни раз, ну вот так, время такое, минута 32.0, сейчас я показал, но не важно, я второй. Боты на 90%, снизу вот справа видно, топливо надо добавить, потому что на гонку 5 кругов этого бака не хватает. Как бы вот так, все проверяем, резину меняем. И в гонку, парни, в гонку погнали. Погнали, 5 кругов для начала хватит. А там видно.
иногда я заезжаю на поребрики, потому что реально физика мне здесь нравится, интересная. Вот. Здесь я еле справился. Но пару раз я заеду на тот поребрик, но ничего не сделаешь. То есть я пытаюсь тормозить поздно, покопался, выбрал хорошую резину, покопался немного с торможением и могу позже тормозить. Но это чревато, что все-таки по износу резины будете пролетать тормозную точку, то есть уже тормозная дистанция будет все равно больше. Как бы вот так. Перебарщивают парни с этим, с ботами. То есть если это реально мотоциклы, были реально гонки, допустим, серии с БК, да, они гоняли на этих трассах, просто поставьте ботов с реальным временем, которое было здесь. То есть чтобы они проезжали реальное время, которое было в реальности на этой трассе, у этих пилотов, или пилотов, ладно, убираем, у этих мотоциклов. То есть данный мотоцикл поставили такое время, лучшее на этой трассе. И боты, чтобы ехали, ездили с этим временем, тогда все встанет на круги своя. Не надо ботов 100%. Они сразу встают, вот я проехал по ребрику, чуть-чуть уже не рассчитал. И они едут как по рельсам, ставил я 100%. Они просто, по-моему, вообще не тормозят, просто вылетают в поворот. В самом повороте уже чуть-чуть притормаживают и сразу разгоняются. То есть как бы вот так. Зачем это делать, я не понимаю. Так, ну что, едем. Бот второй подотстал, я так думаю, что он упал. И поэтому меня никто не преследует. Будет. Ребята, в отличие от демки, сделали зеркала наконец-то. Да, они мутные, они плохого качества. Там сзади не пойми, что отражается. Но противника разглядеть можно. И это уже радует, что это не просто серая картонка или серая там мазня, которую просто нельзя назвать зеркалом, потому что это не зеркало. Что-то сделали, это уже рано. Надеюсь, что они не забросят игру, как VRC, ралли VRC, который нам продают уже 5-й год, не меняя в ней ничего вообще. Вообще ничего не меняя. Только рекламные ролики меняют перед выходом игры. Все, одни и те же трассы, одни и те же машинки, меняют только раскраски. Все. Ничего не меняется. Надеюсь, что к этой игре будет другое отношение. За ней будет смотреть. За ней ее будут развивать, делать все лучше, добавлять новые мотоциклы, новые трассы. Я надеюсь, что достижением в этой игре будет все-таки чемпионат СБК. То есть вот в этой игре надо стремиться именно к этому. Но они здесь все смешали. И остров ТТ, то есть есть городские трассы очень длинные, по-моему, с того же острова отрезки. Есть вот такие трассы спортивные. На любой вкус, то есть смешали две игры, я так думаю, это правильно, то есть правильно. Погонял по трассе, изучил все трассы, нагонялся, пошел, пожалуйста, на остров, погонял по острову и все такое. Сделали хорошо на этих островах, что есть трассы прямые, практически без всяких там крутых поворотов и торможений. И есть, конечно, с крутыми поворотами, торможениями, я покатался, мне очень понравилось. Ну что ж. Наша гонка приближается к концу, еще пару кружков. Звуки здесь замечательные, но подвел опять повтор. То есть повтор почему-то, может, я еще не разобрался, записывает всего лишь два или три круга. То есть очень короткая запись. То есть если я поставлю гонку 20 кругов, он мне запишет 2 круга из этих, да? Это плохо. Я посмотрю, может быть, я еще не разобрался. Надо посмотреть.
мотоциклов пока мало. Я вот понимаю, это вся серия из БК идет. Все мотоциклы оттуда. Но это не свежих годов. От Кавасаки, старый мотоцикл, по-моему, 19-го года. Сейчас уже новый Кавасаки там гоняет. И он крутой. Дукати тоже, по-моему, такой старенький. Хотя, блин, не могу сравнить. Там у них фар нету, здесь фары есть. Хотя у Кавасаки есть фары. Ну, не знаю, посмотрим. Надо посравнивать, посмотреть. Но вот эта серия СБК, это вот 100%. Все мотоциклы, которые участвуют в СБК, они все здесь есть. Хонды, Ямахи, Сузуки, Кавасаки, Дукати. Все эти апреля и еще августа. Я не помню, она не является лидирующим топовым мотоциклом апреля в СБК, поэтому я не видел ее в СБК. И августа тоже не видел, хотя вроде там в конце что-то мелькает, иногда показывают, вот третий раз проехал. Иногда показывают отстающих пилотов, что-то вот такое остромордое было, остромордые мотоциклы были. Но будем считать, что это серия СБК полностью в полном составе. Мне понравилась, игра приятная, игра классная. Ну, классно. С MotoGP, конечно, график отстает от MotoGP и даже от Райда отстает графика. Вроде бы все красиво, но вот как-то неестественно, мультяшно все-таки как-то. Хотя асфальт очень хорошо сделан, мне асфальт очень понравился. Ну что ж, парни, это был пятый круг. Замечательно, я первый. Отстали они не слишком далеко. То есть, я так понимаю, чтобы вот когда бот падает, и ему надо бежать к мотоциклу, это еще лет 10 пройдет, пока не до этого дойдут. Друзья мои, давайте посмотрим повтор. Повтор всего лишь 2 или 3 круга. Не знаю, почему это сделал. В дымке был. Повтор можно было записывать столько кругов, сколько ты проехал. Здесь этого нет. Не знаю, может где-то в настройках надо покопаться, но пока не нашел. Горит у них свет, все-таки эти мотоциклы приделали фары, потому что здесь есть городские трассы и есть ночные гонки, и поэтому как бы фары им приделали. Вон, видите, встают и тут же появляется. Ну, это уже настолько устарело. Ребят, ну они должны бежать до мотоцикла, даже боты. Даже боты должны до мотоцикла бежать, поднимать его и ехать. Ну не надо, ну устарело это уже устарело. Это, блядь, ну 2000-е годы, когда бот просто воскресает опять на трассе, опять едет. А уж пилот тем более. Ну, надеюсь, что они исправят. Сама игра мне нравится. Красивый Дукати. Вообще, я Дукати обожаю. Классный мотоцикл. Хонда. Не Хонда, я Хонда здесь сделала очень красиво. В следующий раз прокатимся на Хонде. Красивый мотоцикл здесь, в этой серии. Просто шикарно тоже. Следующую трассу поедем с Лагуна Сега, друзья мои. Мне очень нравится эта трасса. В следующий раз поедем на Хонде и на Лагуна Сега. Отстали, по-моему, 7000. Видел время, которое было показано. Все, друзья, видите, 2 круга. Это ужас. Это ужас. Так, давайте, друзья, я сейчас покажу, какой рейтинг я занимаю в этом, на этой трассе в мировом рейтинге.
Занимаю я, по-моему, 13 место. То есть, ну, они не учли почему-то время, что я проехал минута 31,9. Они взяли какое-то время, когда я его показывал, я его даже не помню. Надо обязательно выбрать ту трассу, на которой вы гоняли. И я 13, друзья, минута 26. Минута 26 никак показать нельзя. Показать просто вообще нереально, чисто физически, по той физике, которую сделали разрабы, показать никак нельзя. Это читовое время, 100% читовое время. И не... Да мне наплевать. Так, я пока 13 и нормально. Все, парни, я на этом буду прощаться. Всем удачи, всем пока.